Окей, Google. Пауки. Пауки. Пауки – отряд членистоногих, второй по числу известных представителей в классе паукообразных, около 42 тысяч современных и около 1,1 тысячи ископаемых видов. Каталог пауков России и стран бывшего СССР включает 2888 видов. Отряд распространен повсеместно. Окей, Google. Фильмы о них. Окей, Google. Насекомая муха. По информации Википедия, комнатная муха – насекомое семейство настоящих мух, распространенный синантропный организм, в дикой природе уже практически не встречающийся. Окей, Google. Фильмы о них. По информации Википедия, «Муха» – фильм режиссера Дэвида Кроненберга, вышедший на экраны в 1986 году. Окей, Google. Кто такой Леонардо Ди Каприо? Леонардо Ди Каприо, Леонардо Вильгельм Ди Каприо, американский актер, трижды номинант на премию «Оскар», наибольшую известность получил благодаря ролям в таких фильмах, как «Что гложет Гилберта Грейпа», «Ромео плюс Джульетта», «Титаник», «Пляж», «Банды Нью-Йорка», «Поймай меня, если сможешь», «Авиатор», «Отступники». Окей, Google. Получил ли он «Оскара»? Согласно источнику filmprat.ru, Леонардо Ди Каприо в очередной раз не получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана. Артист номинировался за фильм «Волк с Уолл-стрит», где сыграл роль своенравного и расточительного брокера Джордана Белфорта.